Дорогие друзья, сегодня у нас очередное обучение на очень востребованной карточной Флориш. Сегодня мы с вами будем обучаться, как правильно делать карточную ленту на столе. И как еще ее называют, это Ribbon Spread. Также помимо обучения у нас сегодня с вами будет очередной интересный розыгрыш, где мы с вами разыграем вот эту колоду карт. Но прежде хочу напомнить, что не так давно в одном из видео мы разыгрывали вот такие три колоды карт. Двое уже получили свои призы, а третий так и не объявился. Так что если третий победитель так и не объявится, то эта колода уже будет разыграна в последующих видео. Напомню, что итоги розыгрыша и имена всех трех победителей были объявлены вот в этом видео. Так что смотрите внимательно. Теперь давайте поговорим о том, что нужно сделать, чтобы выиграть эту колоду. Все очень просто. Во время всего видеообучения на экранах ваших устройств, с которых вы меня и смотрите, будут появляться разные слова, например, как «это» или «это». И таких слов на протяжении всего видео будет 10. 10 слов. И тот, кто первый напишет все 10 слов в комментариях, и получит эту колоду. Но те слова, которые я вам в качестве примера привел, они в счет не входят. Итак, приступим к обучению. Вы берете в колоду в такой хват, когда у вас мизинец, безымянный, средний наверху, указательный вот тут, сбоку, большой внизу. Вот такой хват. То есть колода лежит, вы взяли все четко в такой хват. Затем вы делаете вот такое движение. С листовой карты. Указательным пальцем вы надавливаете, но не слишком сильно и не слишком слабо, потому что если вы слишком сильно надавите, то карты у вас будут такой узор, что будет ширина больше. Если слабо, то они вот так совсем будут. Лучше надавливать так, чтобы у вас узор был красивым. Сделали ленту. Вы можете сделать так, поиграться. Это первый вариант. Второй вариант вы можете сделать то же самое, только с картой. Просто вы кладете ее сюда. Вот так ведете. Тоже можно. Третий вариант, это вы можете вот так разделить две стопки и то же самое сделать. Потом соединить и сделать вот так. Если вы это будете все делать медленно, плавно, то у вас это будет выглядеть очень красиво, хотя сложного ничего нету. Вот так. Thank you.
Ну вот и все, ребят. Не забудьте поставить лайк на это видео и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. И всем удачи, всем пока!